Больше 40 нетрезвых водителей за выходные задержали красноярские полицейские. Все началось с рейда на улице Мичурина в ночь с пятницы на субботу. Инспекторы полностью перекрыли магистраль и останавливали буквально каждую проезжающую машину. Только за пару часов им попались трое выпивших автолюбителей. Их транспортные средства эвакуировали. Самим нарушителям теперь грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Тем, кто был задержан за пьяную езду повторно, придется отвечать уже по Уголовному кодексу. Напутствие – ездить по правилам, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Не садитесь за руль в состоянии какого-либо опьянения, потому что лишитесь прав и можете очень много чего начудить. За три месяца текущего года было выявлено 1669 фактов управления транспортным средством в опьянении. Из них 268 – это случаи повторного нарушения, которым грозит уголовная ответственность.